В Чебоксарах открылся новый магазин здорового питания «Деревенский дворик». Уже четвертый по счету в республике. Магазина «Деревенский дворик», где собрана продукция высочайшего качества. На первый взгляд на полках те же самые продукты, что и в любом гастрономе. Однако отличие есть, и оно существенное. Все продукты из натурального сырья, без консервантов и, главное, произведены в Чувашии местными фермерами. Молоко, творог, сыры, колбасы, хлеб, соки, сладости и даже особенный чай из полезных трав. Ассортимент богатый. Свою продукцию здесь реализуют более 20 фермерских хозяйств и 10 районов республики, которым закрыт вход в крупные торговые сети по причине малых объемов. У нас в деревнях, вот, в частности в Чебоксарском районе и, наверное, на всей территории района республики, есть проблемы реализации продукции, которые производят владельцы личных подсобных хозяйств и семейные животноводческие фермеры и начинающие фермеры. Продукция, во-первых, это молочное и мясное направление. Первых посетителей встречали с поистине чувашским гостеприимством. Чебоксарцам предлагали попробовать мясные деликатесы из Батыревского района, сыры, изготовленные по итальянской технологии в Морпосаде, натуральный мармелад и полезный чай «Аван». Хочу купить, потому что интересно, свежие продукты, наверное, от производителя сразу. Хочу попробовать. Беру творог, масло, что-нибудь мясное сейчас возьму. Хорошо, что открыли рядом с вокзалом, рядом с работой. Я давно ждала, что он откроется в центре города. Это было мое пожелание руководителям. Я уже являюсь постоянным клиентом этого магазинчика. И мне нравится здесь, что все натуральное. И колбаса, и сыр. Ассортимент очень нравится, очень. Всего очень много. И продавцы всегда объясняют, что вкуснее, что лучше. Там, что на салат, что так, на бутерброд. Очень нравится. И производители всех говорят. То есть вот мы когда в первый раз пришли, нам так все понравилось. Мы просто влюбились в этот магазин. Развитие такого социального проекта по открытию торговой сети, реализующей местную нашу чувашскую продукцию, конечно, это очень важно. Во-первых, оно выполняет задачи, поставленные нашим правительством. Первое – это поддержка производства сельскохозяйственной продукции. Это очень важно в нынешних условиях. И второе – это обеспечение наших жителей Чувашской республики качественной местной сельскохозяйственной продукции. Сейчас магазины здорового питания «Деревенский дворик» работают на улице Привокзальная, возле МТВ-центра, в Радужном микрорайоне и Новочебоксарске. В планах открытие торговых точек в каждом районе столицы.